ты посади на миномет людей, только меч давай. Так я буду, блядь, и еще какой-нибудь доброволец. Я, честно, воевать не планирую, скажи честно. Поставил метку движения, ориентировочно туда двигайтесь, уже пехота отмечает. А мы не тут сидим? Мы туда идем? Не-не-не-не, только пойдем. Я остаюсь и второй человек, кто хочет еще стрелять. Остальные понял. Все на метку движения. А куда стрелять? А, поставил метку, давай туда. Пусти 6 патронов. 6 мини. Нихуя ты, блядь, ебанул, блядь. Стрелять умеешь? Не. А, да, только сейчас калькулятор открою. Я вижу пехоту собратьев, готов стрелять. Стреляй, блядь. По своим. Не, нахуй, тимкил, не хочу бан получить. Нихуя там уже, блядь, метку поставил. Так, теперь стреляй сюда, ебать. Сейчас. Сейчас скажу, я подумаю куда. Сюда. Давайте квадрат скажу, куда стрелять. Грандел закидывай квадрат. Полностью закидывай его. Вот на метку шестого, да? Значение выставляй 1150. Ой, блядь, 1100. Здорово. 1150? Нет, 1100. А, понял. Так, новая метка, там фобу отметили. Это, в принципе, максимальная дистанция, значение 800. Что это было? От меня 900 до метки. Меня подними. Сейчас. Минометы-то молчат. Потому что инцидент произошел. Да хуя что встал, блядь. Ты тут еще немного хапку прибал. Держи в пульсе. Я так понимаю, вы, блядь, по себе стреляете. Да. Не совсем, там, блядь, крыша просто перегораживала. Ну я понял.
ну меня сожрут. Бля, я... Ладно, давай. Опять прикол. Что ли?
нормальный склад сидит. Чемпл, чемпл, мне тут есть. Есть ли он, ребята? Поднимите. Парни. Там надо стройку, блядь. Еще выкапывать, откидывать крап. Сняли, видишь? Да, у них там стройка есть, Вот 700 стройки у той фобы. Да, но надо на Грандели откидывать. Вот четверка где откидывается, сейчас ее разберут, скорее всего. А он сам с оплайкой? Он сам с оплайкой может попытается. Че, нет обстрела. Трупы, это не... Попадаю. Поднимай его. Да, конечно. Я не тебе надо, ладно? Сейчас, подожди. Спасибо. Стреляй вот сюда. Стреляй сюда.
смотри, это, заряди туда 9 мин. Как 9 мин заряди, зарядишь, скажи мне. Все, прекрати огонь, прекрати огонь, прекрати огонь. Кто-то с миномета. Вот сюда, ебани, если дотянешься. Да, где-то так. Хорошо, тогда попадаем.
лучше не стрелять по фрейлингу хаза. А захват идет или как? Ну то есть я имею в виду отбеливание. Захват идет. Все нормально, я все закидал. А захват идет потихоньку. А откуда противники-то наступали? Я просто понять не могу, блять. Тут везде на ПТ поле. Я четверку накрыл. Ну, я тебе говорю, 324 азимут, значение 1263. Захват остановился. Комса, Рэмбо, нужно идти. Юки. Да? Ты рядом со мной, можешь подойти? Сильнуть. Ну, ничего не обещаю. Я пока что стараться хотя бы. Нет. У меня 43 секунд. Не, я не смогу. У нас прям пушка. Ладно, давай. Сейчас сильно. Просто, блядь. Все, блядь, идите на защиту хаба. Скажи, иду туда. Сходные. Да, я им сказал, блядь, они там вообще все охуевают. То куда? Я бежать 200 метров. Поэтому ту точку почти взяли. Какую? На которой были. Так
пока не актуально. Ну, теперь уже нет. Сейчас пройдем просто игру. Они же всякие-то выиграли. Сейчас мы у них заберем. Смотри впереди. На тебе прям? Чуть дальше от меня, где дорога. У тебя сколько времени? 87 секунд. Ребят, они зашли на хаб, блять, на новом. Я забрал его, забрал его. Окей, но ты там один, блять, лучше не рисковать. Пусть кто-нибудь еще заспавнится. Поползу. Я его не убивал, если что. Подсказки на север. Сейчас, запад. Ребят, ящик скинул. Да не. На нас где-то. С севера. Смотря на дороге. Бы хоть одного увидеть. О, пошли со мной. Обряд нам это. Я тебя поднимаю и иду. 25 тикетов. Наверное, нет смысла в атаку идти. Охуенно. Ребят, не идите в атаку, просто стоим, блядь. Время тянем. Просто побесить их?
Не, ну просто иди, ну вода бы нет смысла, просто быстрее пробьем. Скорее всего мы пробьем, но. Ну красиво. У нас 8 тикетов. Я там цель бегал.